Короче говоря, сегодняшний мой утренний кофе с таким вот десертом получается. Да, та самая кнопка YouTube. Наконец-то. В общем, в том году еще месяца два, получается, назад, три, у меня на канале случились, наконец-то, заветные 100 тысяч подписчиков. И вот уже в новом году YouTube все-таки прислал мне наградную табличку. Должен признаться, за все время, сколько я занимаюсь каналом, я пару раз допускал мысль, что эта табличка до меня дойдет пораньше, чем в начале 2021 года, но все же само ее наличие — это уже круто, потому что, напомню, мой канал всегда специализировался на одной игре, не самой, может быть, даже популярной у нас в России. Сначала был там только английский язык в первой части, что было тяжело, и тогда я завел канал. Потом нужно было развивать его как будто бы заново для новой игры, для Destiny 2. И, в общем, все это оказалось по плечу мне и моей команде. И, ну, мы, наконец, здесь. Я уже не раз вспоминал о том, что думал, что 2000 — это потолок для русского комьюнити на YouTube по Destiny. Но, как видите, потолок гораздо выше, в 10 раз и дальше. Так, нож острый, страшный взял. Давайте вскрывать. Давайте дрожащими ручками побеждать вот этот вот скотч. Хоп. Я, честно сказать, никогда не смотрел подобные штуки у других блогеров, у других ютуберов. Ну, я имею в виду именно анбоксинги коробочек и кнопочек от YouTube. Поэтому без понятия, как там это все оформлено. Но должно же быть красиво, да? Это ж типа награда все же. И погнали. Еще один черный слой. Еще один черный слой. Помните ли вы своего первого подписчика? Да, по-моему, мы сами со своих альтернативных аккаунтов подписались. А сотого? Сотого помню. Мы отмечали с друзьями в баре. Тысячного. 1000 — это уже было серьезно. Как я сказал раньше, мы думали, что это уже половина пути. Скорее всего, да. А значит, запомните и 100-тысячного подписчика. Некоторые зрители нашли ваш канал через поиск на YouTube, другим его посоветовали друзья, а кто-то увидел ваши видео в рекомендациях. Тем не менее, их всех объединяет интерес к тому, что вы делаете, и желание быть частью сообщества, которое вы создали. Нас радуют ваши успехи, и мы хотим отметить их серебряной наградой. Поздравляем со 100 тысячами подписчиков. Уверены, вам еще есть что рассказать и показать своим поклонникам, а им не терпится узнать вас ближе и увидеть новые грани вашего таланта. Ой, ну да бросьте, YouTube. Продолжайте развивать канал, покоряйте новые вершины. Если вам понадобится наша поддержка, мы будем рады помочь. Сьюзен Ваджински. Это генеральный директор, если что. Блин, письмо напечатано на такой бумаге. Его как будто бы тоже в рамочку надо ставить. И тут еще какая-то маленькая визитка. Поздравляем с новым достижением, рады вручить эту награду в знак признания ваших успехов и хотим, чтобы в этот момент стал для вас особенным. Вашу награду проверил со всей осторожностью и упаковал Арик. Если награда была повреждена при перевозке или у вас есть какие-то вопросы, в общем, все окей. Спасибо, Арик. Честно. Я думал, что я уже, ну, типа, не растеряюсь, никаких особых эмоций не будет. Но сейчас так мурашки-то пробежали все-таки. Что-то все-таки было. Она такая холодная. Ее вот только что мне привезли. Да, я немножко растерялся. Короче, ребят, сами все понимаете. Это довольно большое дело. Я действительно очень рад и горд. И спасибо каждому из вас. Вот там вот писали в письме про сотого подписчика, про тысячного. Я надеюсь, что кто-то из вас сотни, кто-то из вас с тысячи сейчас смотрит это видео. Вам в первую очередь спасибо, потому что на самом раннем этапе поверить в канал, поверить в автора, это, ну блин, это дорогого стоит. Именно это придавало силы, и именно это
придавало сил, да. Я пойду ее примерять куда-нибудь на стену, повешу сейчас над компьютером, наверное, или что-нибудь типа того. И будем работать дальше, как и написано в письме, удивлять своим талантом. Будем дальше освещать все, что происходит со вселенной Destiny. Тут еще какая-то бумажка. Recognize your team. А, это письмо о том, что если я хочу заказать копии таких кнопок, например, для своих ребят из команды Triple Wipe, то я могу написать им на почту, и они сделают еще дополнительно копии этих кнопок, чтобы я мог в качестве сувенира всем членам команды разослать. Тоже крутая штука, кстати, я не знал, что так можно. Должен сказать, что за всем этим стоит действительно очень много трудов. Я ночами не спал, я делал некоторые сценарии, писал в метро, монтировал видосы в такси, в самолетах. Переводил тексты на ходу, идя домой, там, с работы, с основной и так далее. Блин, было сотня поводов оставить это дело, было сотня поводов вообще хлопнуть дверью и бросить. Но я рад, что все-таки мы перешли этот рубеж. Я рад, что это все продолжается и дарит вот такие вот моменты гордости. Я, честно говоря, мне... Я редко, типа, горжусь вот тем, что я делаю, и редко за это искренне радуюсь, но, пожалуй, это, наверное, тот самый момент, в который это просто обязательное чувство. В общем, без лишней скромности скажу, что я реально рад и горд тем, что у меня у первого получилось получить столь масштабную награду, потому что в рамках сообщества русского по Destiny это вообще беспрецедентный случай, и оказывается, это действительно, я сейчас не сплю, или, ну я же кофе, да, выпил, значит не сплю. Кнопка YouTube для канала по Destiny на русском языке. Моего канала. Это очень круто. Спасибо еще раз всем, хорошего всем дня, будем на связи.